Всем привет! Увидел автомобиль Семенихина, паркуется. Хочу ему пару вопросиков сейчас задать. Очень интересно сейчас будет подкаст. Здравствуйте! Артем, очень ярый ваш поклонник. Можно пару вопросов задать? С кем угодно. Можно пару вопросов задать? Здравствуйте, ребята. Да, я ребята, очень приятно, я провокатор, поэтому... Не, я хочу Артема. Артем, почему в вашей местной газете этот черт Пилипейка российский? Что он там делает, Артем? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну не МСЦ ваша газета, ну что вы. Артем, а почему «Свобода» и... Почему «Свобода», националисты? Я снимаю, ребят. Какая дистанция? На меня заява есть или что? Что такое? Успокойтесь. Я тоже из города Киева. Артем! Чтобы не прошли такие, как Пилипейка. А почему националисты и свободовцы молчат про «Апоблок»? Артем Семенихин, почему вы молчите? Вы не проронили... Вы сейчас в соцсетях херячите меня. Да, почему не проронили ни одного слова про Пилипейка, про эту мразь российскую? Артем! Артем! Ну слушай, ну Артем, ну честно. Почему ты про Пилипейка молчишь? Это ж вражина ваша. Это ты такий взагалі? Чого ти приїхав? Я гражданин України, я задаю вопрос. Почему свободы? Чого ти балотуєшся по нашому округу? Подожди, я задаю. Тобі мало Києва, Гостомеля? Почему? Слушай, мало? Мало? Ну, мало? Мне и Донбасса было мало, я на Донбас поехал воевать. Чого ти приїхав? Это Украина. Это страна Украина. Это мой, вообще это мой командир батальона. Да мне все платят, какая разница? Почему свобода? Почему свобода молчит за Пилипейка? Почему вы говна в рот набрали и молчите вообще? Вы, телепузики оба. При чем тут Пилипейка? Вот, тихо, тихо. Ребята, а теперь, стоп, я разговариваю, я провокатор, я гастомельский парашютист. Да. Мы не будем махаться с тобой. Ну, я кандидат. Потом можем помахаться с удовольствием. Слушай. Кандидат, ты хочешь одну. Почему ты, патриотка, за Пилипейка молчишь, за этого российского мразь? Почему вы меня херячите? А что ты за Пилипейка? А что ты за Пилипейка молчишь? Я за всех пишу, и за вас, ребят, пишу. Вы слились. А я не хочу по блоку помогать и вам. А его мочит жопоплатформа. Кто такой? Чего вы за Пилипейка молчите? Кто молчит за Пилипейка? Вы молчите за Пилипейка. Я говорю за молотка, потому что нет, я знаю, кто винтует. Жопоплатформа по 160-му вашему округу. А к вам, гражданочка, вообще ответ. Зачем вы патриотов сбили на выборах и снялись? Ты знаешь, что ты... Я свои голоса ты... сняла на користь Артема Семенихина. Ай-яй-яй-яй-яй, он мажоритарчик. От партии «Свобода» вышли. От партии «Свобода». «Свобода». Да, и ты кинула сейчас «Свободовцы». Нет, «Свобода». Ты убрала ребят из правого сектора, ты убрала из Азова. Ты всех убрала. Привет, ребята. Кто у нас там за Азова есть? Стоп. А кто у нас там за Азова из правого сектора есть? Гена Зеленый есть хотя бы, который Пилипейка по городу гоняет, палатки его нахер убирает. Слушай, пример. Так, что ты не гоняешь? Гоняю всех. Но гоняю, гоняю в первую очередь русский мир. Русский мир, который вы поддерживаете. Вы говна в рот набрали и молчите. Мы патриоты, мы на когда Пилипейка? Вы мочите молотка. А молодцы. А почему вы не мочите Пилипейка, первую гниду российскую здесь по нашему округу? Что мне его мочить? Я его знаю. Ай-яй-яй, что мне его мочить? За молодца я знаю, за Пилипейка я нічого не знаю. Да. Да я даже знаю за вас всех. А ти за мене знаєш хоч щось? Все знаю, да. Що ти можеш про мене сказати, що ти про мене пишеш у Фейсбуці? Я пишу як є, що я не так написав. Я тебе перший раз в житті побачила. Ну от отлично, давай знайомитися. Ти хочеш з тобою знайомити? Понятно, що не хочеш. Мені достатньо, що ти про мене написав. Отлично, да. Я сьогодні виложив відео про вас. Приложив вашу газету патріотичну з Шевченком і Пилипейка. Отличный пиарчик. А кто сказал, что это наша газета? Да ладно, газета? Скриншоты Чего? Даже есть. И друзья ваши свободовские распространяют. Все есть. Ты что, по ноге а? Чего вы на ГГ говорите? На чем? Ну, на ГГ. А это шостка.
Тут надо так. А что, есть какая-то проблема, на каком языке я говорю или что? Есть в этом проблема? Я можу спілкуватися на тій мові, на якої хочу. Я можу з вами на англійською зараз спілкуватися. Ай, не переконали. А ти теж активіст, патріот, свободовець? А що ж ти за пилипейка мовчиш? А що нічого сказати? Хороший мальчик. В «Свободовской газете» Конотопской выпускаете, да? Я? Нет, не вы. Это же не ваша газета лично. Так а что? Нет, так я спрашиваю, а что вы говна в рот набрали по пилипейку? Что я должен сказать? Ну, хороший мальчик, значит, да? Пилипейку? Да. Мне не цікаво. Вообще не цікаво. Абсолютно. Ну, конечно, не цікаво, я понимаю. Так вы же один округ-то, 160. Ну, у вас идет мразь пророссийская, а вы про него молчите. А какая? А какая? А, пророссийская. Это говорит свободовец сейчас вопрос задает? Я не свободовец. А, вообще не свободовец? А кто вы к Семенихину? Какое отношение имеете? Ніякого. Ну, я поддерживаю. Свободовца. А еще свободовец молчит про пророссийскую мразь Медведчука. Нет, почему Семенихин? Вы же поддерживаете его. Вот вопрос за что? Почему он молчит? Он... А, и вот я пытаюсь, и ответа не могу найти уже, хрен его знает сколько. Не а в соцсетях. Такі патріот, так а вы не знаете, как... А вы не знаете... Так ходите в російську мразь, а на українську мову так і не знаете. Та я можу на українській мові спілкуватись, рідний. Да. Можу і на українській спілкуватись. Какая разница? Яка різниця? Если ваш Семенихин говна в рот набрал и молчит за Пилипейка по 160-му округу. Если так, Пилип... Так, что вас так якось завело, чи вас будило, чи в чому проблема? Набрав. Ты сейчас хамишь насчет возбуждения? Нет. Что за вас так завозит? Нет, меня Пилипейка и Семенихин вас не завозит. Никак, не возбуждает, понимаешь? Да. Ну, вот набрал подбирай, Семенихин. Слова вот, подбирай. Да, говна. Говна. Дальше. Потому что на месте патриота... Слушай, вы знаете, что такое свобода? Знаю. Идеологию свободы знаете? А теперь первый вопрос. Основной враг свободы по идеологии это кто? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И Семенихин почему-то, свободовец, тоже не задумывался. Никто не задумывался. Ну, я розумію, це ваша мета, ви під молотка граєте, ви ж нічого не кажете. Я не на молотка не граю. Вас не цікавить 16 січня закони, що він голосував. Не лякаєш, все мене цікавить, все. Чого? Мене вопрос, я прийшов, стоп. Я прийшов з вопросом, чому по нашому округу йде Пилипейка, Медведчук, Левочкин, Бойко. И почему? Стоп. Наприклад, почему на Семенихин набрал говна в рот? Ну, вы можете ответить на вопрос? На мене, я так думаю, я не знаю, что это. Вот, когда уточните, тогда... Как вас зовут? Андрей. Андрей, вот когда вы... Я вам поясню. Неинтересно. Молоток тягнул клешню за расстрел Майдана. Все одинаковые. Все, для меня он не людина. Клешню тягнул, да, вы под него працюете, да? Да я не працюю ни под кого. Я состоятельный человек, абсолютно состоятельный. Вы состоятельный из-за того, что вы на него працюете, мама. Да? Да нет, конечно. Вы меня не знаете абсолютно. Я абсолютно состоятельный и независимый человек. Я пришел сюда херячить всех, но тут херячить некого. Я начал херячить Пилипейка, а ваша вот эта парочка начала херячить меня. Почему ваша Свободовка Тахтия публикует местного аля, типа журналиста-блогера? А вы просто за Пилипейка турбуетесь. Стоп. Нет, стоп. Забывайте. Тахтия. Знаете, кто такой Тахтия? Ну так как это? Ваш местный глуховский блогер, он в 16-м году ролики запускал с Новым годом России и поздравлял Украину. Он ездил на все митинги к Мураеву и Рабиновичу в город Киев. Это все в ленте есть. Он пишет про меня всякое дерьмо, и это дерьмо через минуту попадает сразу к этой Олене Семенюк. И она там дописывает, что я какой-то парашютист. Так я на Донбассе тоже парашютист был. И в Луганской области парашютист. Ребята, блядь, это моя страна. Я где хочу, там и буду баллотироваться. Вот я пришел сюда, блядь, наставил крестиков, да? Я никак не думал, что Семенихин и вот эта его барышня, которая... Подожди, я договорю. Стоп. Слушай, если будешь хамить, мы будем по-другому разговаривать. Я же не хамлю, я культурно же разговариваю, правильно? Вот я и говорю, что я ожидал, что эти люди будут помогать мне херачить врагов Украины. Вместо этого они кого херачат? Меня. Ребята, сегодня вышел классный ролик. Я вот, слава богу, что мы тут
встретились, я тут гуляю по парку, классно. Вот, сегодня выйдет еще один классный. Вы, ребята, блядь, патриоты, вы говно, а не патриоты, вы поняли? Чего? Вы продажные мрази. И вы работаете на Пилипейка. Вот, нет, вот ты ж поддерживаешь свободу отца Семенихина. Ну, значит, да, ты точно такой же, как и он. Подумай. Подумай над этим. А кого я понял? Послушай, твой Семенихин закрыл рот почему-то. Мочит молотка, правильно делает, замечательно. Пусть всех мочит. Почему он не мочит главного врага свободы и патриота Украины? Кого? Рейтинг? Да? Пройдись, пообщайся. Да при чем тут, я не знаю, я вашего молотка в глаза не видел. Это ваша местная проблема, с которой бывший мэр не мог справиться 3 года. Обосрался тут. Я с канадцовцами общался, когда его снимали. Ни одна политическая партия его не поддержала. Все говорили, помогите нам этого, сдвинуть этого черта. Почему такое произошло? Я, ну вот клянусь, я ж тебе в глаза смотрю. Почему такое произошло? Почему памятник Небесной Сотни, обещанный в 15-м году? Приезжали девчонки из города на Кантопскую битву, вдовы. Они подошли к этому памятнику. Почему Семенихин, патриот, за 3 года этот памятник не поставил? Что? Что? Все, мне не интересно с вами общаться. Я поддержите уже, дальше. Просто, если вы идеолог свободы и поддержите свободовцы, задайтесь одним вопросом. Почему свобода не херачит главного врага Украины? Вот и все. Ні, так я вам відповідаю. Опоблок жорсткий, немає ніякої сили. Ні, не опоблок. Опозиційна платформа за життя. Сколько Бойко... Стоп. Вот умный такой. Ответь тогда, сколько Бойко здесь набрал процентов голосов в жорстке. Как причем? А оппозиционная платформа за життя это кто? Бойко це хороший человек. Він організував Майдан, він Яника спровадив на Москву, так що не надо на Бойко гнати. Бойко? Ми героям свої знаємо, так. Да. Бойко, тут що? То ви вірите, що він там за Росію? Бойко, його Росія тут. А, то есть Бойко это самый нормальный чувак, да? Ну, організував Майдан, спасибо, не пожалів там сколько там, 10 чи 20 мільйонів доларів. Ага. Так может, слушай, может я ошибся, и Пилипейко тоже нормальный чувак, они вместе с Бойко, ну он же с Бойко идет. Ну, слушай, Медведчук, Бойко, Левочкин, Рабинович, Мураев. Да не надо затулиться в одну кучу. Как одно? Это одна команда. Организован Майдан против Яника. Ему Россия надо только как дойная корова. Слушай, все там хорошо. А, то есть у Бойко Россия дойная корова, то есть Бойко патриот Украины. Своего кармана. Ага. А Медведчук, который рядом с ним в Москве сидит сейчас с Медведевым? Всего уже не могу сказать. Угу. Думаю, что... А Рабинович, который тоже сидит напротив сейчас с Медведевым вместе с Бойко и Медведчуком? Да ну, якось там где сидит, как-то... Ага. Не думайте, а Медведчук... Что Бойко пророссийский. Вы думаете, не, что там я уже понял, спасибо. Mm-hmm. Очень, да. А Медведчук, можете про него сказать? Это тоже патриот что Украины? Надо сказать про него? Но это тоже патриот Украины или нет? Ну так он же вместе с Бойко. Патриот. Бойко, я не скажу, що він патріот. Він просто нет, мерзавець, как? Який хоче подоїти коровку. А, то есть мерзавець уже. Да, да. Так он же Майдан делал, как Майдан это? Майдан делал, да. Бойко Майдан делал. Да, Бойко. А Медведчук? Тантировал. А Медведчук? Медведчук не знаю. Но он же рядом сейчас с Бойко, рядом с Медведчуком. Они ближе, чем мы вот с вами сейчас стоим. Вот ближе даже, чем вот сотрудник полиции и вы. Вот они рядом сидят напротив Путина и Медведчука. Да. Один майдановец, второй, вот я просто уточняю у вас, кто Медведчук? Не знаю, я с ним не знаком, не могу сказать. Что, вы из какого глухого леса вообще? Вы где живете, в Конотопе? Да. Может провести вам какой-то урок патриотичного выхования, ну, як свободе всю, или людині, яка підтримує свободу? Так что-то я не пойму, Андрей. Из нас больше патриот кто? Тот, кто сейчас на русском разговаривает, и может еще на украинском? Или тот, кто говорит, что Бойко это Украина? Я вам кажу, что Бойко, это в вашем розумінні, він там проросійський, ще щось. А в вашому я вже зрозумів. Рабин, про хорошо. Думає, про що. Мураєв, Медведчук. Да, давайте про Мураєва. Не, ну, они же вместе как бы все были. Да. Ну, я знаю, що буду Семенихіна підтримувати, і ні в якому випадку не буду підтримувати Молотка, то що робите.
Да я не поддерживаю молотка. Да не надо рассказывать сказку, Андрей, вы пришли для этого Андрей, сюда. Я приехал, с вами по одной причине, а тут теряю время, чтобы вы не шли в компанию, не засирали мозель. Вас, вы уже станете легендой и звездой в Украине, честно. Сейчас будете, да, вот. Можно еще посмеяться? Я ж вас тут держу только для одной цели, чтобы вы не лезли в телекомпанию. Я уже здесь был. Ну, я знаю, что хорошо, что вы вышли. Ну, слушай, я не могу, да, тут скандал поднимать в чужом офисе. Вот, когда придете ко мне в телекомпанию, ну, я разрешу, там есть место для спаррингов. Да. Ну. Не, ну, нормально, прикольно. Да, вот, еще вопросы, ребята, свобода. Какие еще надо? Нет. Ну, я про Медведчука еще уточнил. Он я вкладывался в Майдан или нет? Не знаю этого. Не знаю. Только с Бойко. Я понял. Насчет Бойко знаю, что вкладывался и щедро вкладывался. Молодец, Бойко. Я теперь понимаю, почему про Пилипейка в рот говна нет, набрали, Украине, главные патриоты. Про российские силы их нету практически. Они все про себя думают. И вот это Фоблок, то же самое. Они... А, то есть это не про российские? Ничего там не перепадет, не Россия. Они все на себя перетянуть, все воровать в стране и все. Единственная цель. Россия им абсолютно не надо. Не про российские. Про российские силы в Украине вообще нет. Угу. Есть коллаборационисты. Ребят, я это все терплю, чтобы вы на это все России, посмотрели. А насчет России, Россия там, а не кто-то думает о России. Настоящий патриот России, который говорит, Путина повесить, Крым вернуть назад, Донбасс вернуть назад. Вот, есть такие у нас. Угу. Бойко что хочет с Крымом сделать? Со своей компанией? Что хочет Бойко сделать с Донбассом? Что откуда они предлагают? Знаю, откуда я знаю, что он... Ну вы сейчас утверждаете. Я уверен, что они хотят, чтобы он вернулся в Украину. А, вы так уверены, да? Я так. Ребята, это сегодня звездный час. Добро, спасибо, всем удачи. Вам.